Планирование мне помогает много разных вещей. Во-первых, если у меня есть какая-то задача, она должна быть обязательно зафиксирована. И я предпочитаю их фиксировать на бумаге, потому что там это нигде не потеряется среди других файлов. И я всегда могу в любой момент открыть, и если какую-то задачу выполню, то ее вычеркнуть. Второе, мне помогает наличие графика, который у меня в Гугле. Нельзя говорить про эту компанию. Вот, значит, у меня там, собственно, все встречи и вся логистика, и, соответственно, к этому календарю подключены все, от кого зависит, что там у меня в графике происходит. И третья составляющая, я всегда вижу стратегические цели, когда что-то должно случиться, большое и важное, выход книги, курса, там, что-то в моей собственной жизни. И у меня всегда я держу в голове, что вот там близится это время, и я к нему иду готовым. Ну а теперь вы рассказываете, что вам помогает в планировании, и делитесь лайфхаками.